В Караганды сотрудники коммунальной компании «Тазалых Эксперт» сегодня отказались чистить улицы города. Они устроили забастовку у стен районного акимата из-за задержки заработной платы на один месяц. Люди говорят, что живут от зарплаты до зарплаты и не могут ждать так долго. Накоплений таких нету. Тормозки, это же все надо, как говорится, где-то брать. Поэтому, ну, в общем, мы недовольны. Вот поэтому выражаем свой протест. Мы остановили работу. Мы сутки работаем, сутки отдыхаем, например. Акимат. А 24 часа работаем, ну 2 часа выбираем, обед, ужин. Раз. И 16 часов закрывается. 6 часов. Сегодня улицы целого района в Караганды остались без уборки, а снега и льда на тротуарах и дорогах еще много. Сотрудники оставили технику и заявили, что не вернутся к работе, пока им не выплатят зарплату за январь. Обычно они получали ее 1-2 числа. Перебои с выплатой в компании были и раньше, говорят они. У них якобы удерживали деньги, но не перечисляли в пенсионный фонд и за медстраховку. В июне фирму выкупили новые владельцы. Выплаты были регулярными. Директор «Тазалых Эксперт» Ербол Жакеш уверяет, что акимат не перечислил деньги из-за разногласий по объемам выполненных работ. Заместитель акима не подписывает акта выполненных работ. Работа оплачивается за фактически выполненную работу по вывозу снега, по очистке тротуаров и так далее. Акты подписываются за фактически выполненные работы. За невыполненную работу мы не оплачиваем. За январь месяц мы оплатили 7 февраля. То есть сам Тазалук что-то крутит? Сам уже Тазалук, там уже будет коммерческая деятельность проверяться. Далее мы, наверное, от себя будем уже разбираться.